Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования находится в процессе постоянного развития. Бетонный завод «Компакт-60» – новинка 2014 года. Этот вариант позволит произвести 60 кубометров бетонной смеси в час за счет мощного сердца завода – двухвального бетоносмесителя объемом 1500 литров. Запуск и управление заводом происходит в автоматическом режиме по принципу нажатия одной кнопки. Вся работа настроена автоматически. Дозирование составляющих бетона, поступающих из бункеров, контролируют встроенные весовые датчики. Преимущество компакта 60 при установке – для него не требуется изготовление дорогостоящего фундамента, достаточно ровной плотной поверхности грунта. Данный завод не требует скипового приямка, то есть и легко переводится с объекта на объект, а не требуются дополнительные расходы на монтаж завода, так как все идет на общей раме, и в принципе любой специалист, который будет работать в дальнейшем, обслуживать завод, сможет разобраться как бы с ним, учитывая то, что к этому заводу прикладывается также паспорт от завода-изготовителя ЗЗБО. Преимуществом является и наличие встроенного в конструкцию бака для бесперебойной подачи воды. Компакт 60 в длину размером 17,5 метров, однако эти габариты при перевозке компактно умещаются в двух грузовых автомобилях. Быстрый монтаж и запуск 60-го компакта производится за один день. При необходимости его можно выполнить в зимнем варианте и оборудовать дополнительными функциями.